Ну что ж, я тебя категорически приветствую снова. Здорово, 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 давно не виделись. У нас сегодня необычный весьма ролик. У нас сегодня будет заруба с тобой. Посмотрим, кто у кого, как говорится, биг дик. По фражкам у нас с тобой соревнования. Каждый твой фраг обгон. Ну, то есть, грубо говоря, вот у меня один фраг, у тебя два фрага. У тебя плюс один получается, правильно? Непонятно. Как непонятно? Очень... Ну, на один больше у тебя. Вот. То есть, за каждый твой фраг больше, чем мои фраги, ты будешь получать энное количество денег. У тебя сегодня есть опция подзаработать. Вот. Соответственно, я тоже буду стараться набивать как можно больше фражиков. И если ты вдруг проиграешь, то, ну, значит, ты пришла сегодня просто так. Такого ты просто не будешь стараться. А это уже посмотрим. Это уже, знаешь, как полетит. Я тут уже не решаю ничего. А, ну да, мы играем 2 в 5, если что, с тобой. Давнишняя такая для олдов рубрика, но тем не менее играбельная. У тебя лига, кстати, судя по всему, какое-то золото, потому что я сразу вижу, анализ провожу, так сказать. Клубничка 333, это, ну, минимум боец золота, понимаешь? У тебя лютое определение по никам. Я шарю. Они сейчас нас отпинают, нас же двое, а у них, смотри, у них 3 авика и 2 штурмовика. И сейчас же, как я знаю, то, что штурмовики-то как бы того самое. Штурмовики сейчас мета, да, причем бегают со стыкашками, блин, которые ваншотят, грубо говоря, так же, как и мы со снайперками. Это нечестно. Хи-хи. Минус. Кью, кью. А ты что, АФК? Ты что, просто стойте, не мешайте. А я одного бахнул, и сейчас квадрат выйдет. Я его убил. Ой-ой-ой. Я его убила. Вот. Конечно, ой, там перед подвалом. Там штурм... Ой, авик перед подвалом. Вот на этом. На ящике там. Эй, сработаем. Ты всех моих осилил. Эй, я не понял, ты им что, 90 дала, что ли? Ну, естественно. Извини, зря баканул. Так, и у них 3 снайпера, блин. Я не хочу выходить на дефолтные снайперские позиции, если честно. Потому что уверен, что они будут префайром их всякать. А нужно просто сидеть, как крысеныш в прицеле, блин. Опа, вот минус. Есть один? Нет. Есть второй? Нет. Ой, мать, ты живая? Нет. Это нормально? Нет. Живи. Все плохо. Квадрат? У меня 2 авика. Нет, один перед этим, перед клумбой, другой на подсадке. Он меня попал. Слушай, ну я веду пока на 2 фрага. Это просто лаки-рок. Я бы канул. Смотри, предлагаю с тобой, знаешь, что сделать? Давай я тебе палец дам, а сам внизу буду, как мышь. Ну это так уколдить буду, там просто подсадку вот это. Я еще тогда сошки надену, вообще сейчас супчиков буду ловить. Давай. Я гриб, я не двигаюсь. Так, ну у меня тишина? А нет, не тишина. Да. Я тебе продам, ладно. Я худший. Да. Там у тебя медик. О, он все найс. Все найс. Все легкий раунд. Где ласт? Ласт у меня. Господи, я фрик! Я выбила пистолет и ни разу с него не стреляла. Я тебе подсад даю. Нет, никаких подсадов, я чекать подвал. Там, кстати, по-моему, сверху есть. Да вообще, блин, жестко. Оп, я это воюю в планту. Сверху. Подсади есть? Да, я тебя убил, там авик, там, там еще есть. И еще, и внизу за холодосом. Да? Как мы их раскатываем? Костя! Давай, бицуху покажу. Ладно, все, это уже старый мем, я этим заниматься не буду. Должна показывать свой прогресс, понимаешь, развитие. Да, и так контента, блин. У меня нет, кстати, развития никакого абсолютно, я не качаюсь, к сожалению. У меня вышел чел на дугу. О, ты его бахнул? Ой, я бахнул чела под клумбой. Я хочу деньги мне все, давай свои. Опа, клумбу убил. Сомневаюсь. Господи, нет, это... Это мисклик был? Это нормально. Это байтерская. Ты чего, блин? Я за каждую бомбу плюс 1000 рублей. Оп. Опа, блядь. Наша резкость еще и фрик. Он не идет, я его кил. Там еще авик перед подвалом. Авик перед подвалом. Да. О май гад! Что? Нереальный мув! Я же сказал, делаю все правильно, ни единой ошибки. У тебя плюс 2 фрага. Слушай, я то сейчас минус 3 сделал, и нифига разрыва не добавилось. Я вообще тигр, блин. О щит! Они пушат, Костя! О, я косой, пиздец. Я тебя убила одного. А, тут штурмовик жестко. Я его кил. Убил еще авика. Распрыжку делаю. Убил еще авика. И еще распрыжка. Клумба. Квадрат. Квадрат. Давай. Оп. О, блять, он действительно еще просто. Упал вниз слева. Хару! Let's go, bro! Так, ну что, вторая карточка. Пока что отрыв всего лишь один фраг. Я думал, будет пободрее, на самом деле. Я думал, отрыв будет фраг в твою пользу. Но что-то пока не пошло. Как аристократ сейчас чайка хлебнул.
Меткость 80%. Ты куда стреляешь, мать? У меня 55. Ты, кстати, же давно не заходила в Warface, правильно? Я заходила вчера. Ну нет, я имею в виду перерыв у тебя опять большой был. Ну конечно, да. А у меня вопрос тебе такой нескромный. А ты же умный человек. Ты, надеюсь, воспользовалась ссылкой в описании? Ну, естественно. И получается, перешла по ней, забрала себе комплект снаряжения, пушечек на все классы, да? Угу. Во, ну все, тогда получается умная и сделала все правильно. И вы тоже будьте умными и сделайте все правильно. В описании, если что, по этой же ссылке новички могут зарегаться, а те, кто не заходили больше месяца, могут забрать и все то же самое. Как это сделала, собственно, и Аня. Так что пользуйтесь. А мы сейчас будем месить мужиков дальше. У тебя золото вообще-то уже четвертое. Это мы на золоте мужиков так уверенно вдвоем уничтожаем. Ну вот, видишь, я вообще профессионал в эту игру играла, блин, сюда вообще раскидываю туда-сюда их всех. О, опять та же самая карта. Нам просто нас танчик, имею в виду, нас сейчас. Ну это подожди, кстати. Это под один. Я уже фразочек нашел один. У них, кстати, медик есть. Это хуёво. У тебя, кстати, справа сейчас штурмовик тебе придет, я чекаю. Ну я как обычно, я ненавижу этот пистолет. Поимела жестко, да? Да я как обычно. Бля, я слышу где-то. И еще слева. Да где? Да откуда? Куая, чё за суета, блядь, произошла? Я не понял ни хера. О, у них нет медиков. Это наша катка. У меня плюс 4 фрага уже. Ты красава. Бля, я еблан. Что я сделал? Меня танчик отъебашило. У тебя справа. Два снайпера. И еще. И еще плент. Не вонзет в ноги, потому что попало. Смотри, раз, и второй выйдет. Нет, квадрат, блядь, мне в голову дал. У тебя сейчас подвал, скорее всего, респа наш. Это что? Это снайпер, наверху у них. Я не к тому, что это снайпер, а к тому, что он у меня как будто это появился, блин, просто из ниоткуда, блин, волшебник. Ты сравнял счет, мать, ты сейчас будешь на нее вырываться. Давай попадаться. Да я что-то не попадаю, нихуя. Одного хлопнул, еще второго хлопнул. Я спину одного закрыл. Бля. Да ладно, я просто даю тебе фору, чтобы ты набрал еще два фражика, чтобы тебе было не было вот этого ментального давления на тебя. Я не знаю, где штурмовик, он мышит, наверное. О, вот он. Блять! Ну что ты встала-то? Я думал, она просто будет Почему это девочка, по-твоему? Не знаю, танчик, типа Таня. Нет, танчик, в смысле там. Ты так мыслишь, все? Конечно, я же говорю, есть пробитие. Вот эти ребята выглядят в разы увереннее. Мне хаешка ваншотнула танчик. Юха! Господи, мать, давай. Бля. Ты должна была фражики набивать. Пойдем, давай вверх пацанимся, просто единицу, наверное. Не, ну я считаю, просто нам командор уинит. Ну что это такое? Надо не жалобу что поблять. Бам-бам-бум. Оп, раз фражечек. Я убегаю. Кот, блядь, ты очень вовремя. Все, они все, они знают, что мы тут. Ну вообще-то вот этот Джека, он походу вообще не понимал, откуда я стреляю по нему, если честно. Ну что ты вешаешь, танчик? У тебя есть шанс сделать фраг, и ты сравняешь счет. Вот там вот. Опа, под тобой еще. Выигрывай. Под тобой справа внизу сидит просто. Ёбни его. Найс, или на двойку можешь ебашить? Нет, тут надо уже до конца играть, я... Давай пикни, умоляю. Да ты... Ну зачем он подкатился, зачем? Ну это типа нелогично, нелогично. На один фраг ты меня обходишь, да. Сейчас у нас две каточки меда. Так что ты имей в виду, я на своей территории практически. Я MVP дважды был на фэнтези лиге, между прочим. Это что-то жесткие ребята были. Они нас прям насували нам конкретно. Раз идет на авике, раз прет, надо идти дальше на авике. Ну что, реально на авика хочешь? Давай мы просто возьмем. Ты будешь на медике, я буду на авике. А потом, если что, свапнемся. Нет, давай, нет, давай. Вот, собственно, честно было, все, честно. На авиках играем, правильно? Хорошо, да, давай. Ты снайпер? Все, я как бы готов пойти на уступки. У тебя плюс один фраг, правильно? Да, да, да. Смотри, против нас чувак, который брал 12 первых лиг. Ну, в прошлом. Рэми еще. В 95-е годы. Вот. А у меня тоже такая есть, прикинь. Еще бы у тебя ее не было, блин. Ты же задрот. Из игры не выходишь, как игра вышла. Слышь, траву потрогай. Траву потрогать? Траву зачем? Чувак, ты вообще... Я вообще за эти мемы твои вот эти вот современные. Ты бумер, вонючий. А ты этот, сама мне такая. Месяцу, ясно, даже не может мне ничего сказать. У меня есть, говорю. Алло, ты нормальный человек вообще? Ты куда ставишь? Медик! Я ваншот. Опа! Ну ты что? За понтом вроде. Да, прошел план. Есть! Все, работаем. Забираю преимущество. Так, теперь у нас по нулям. Я думал, это Рубилова, ты меня закроешь, просто бам-бум-бум и все. А тут что-то у нас прямо равное противостояние происходит. Блин, они уже не подсаживаются. Там где-то право они. Убила Вика. Я промазала. Я профессионал. Переживай. Убила медика. Ой, инжа точнее. И за пунктом надо его давить. На характере. Он слева. Блядь, не попал. Хорош. Конечно.
как же мы сыграли? Как же мы сыграли? Команда, команда, работаем. Печенью, 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 печенью. Дал. Надеюсь, фокус вебки не слетит нахуй после этого. Оооо, щи. Это с посадки было? Нет, это снизу. Опа. Ну, он нубик, конечно. Реально? А я почему-то был на 1000% уверен, что вот этот Моран, он внизу бегает. Ой, точнее наверху на двойке. На нашем верху, короче, ты поняла. Теперь надо вместе плей. Там штурм, нет, далеко. Оп. Оп. А тут есть Миш. Ай! Оп, есть один. Я... Он вообще нормальный человечек, блин. Сука, да там до бесконечности они будут сидеть. Ну, они как-то выходят, ну как бомжи какие-то. Ну типа что это? Это распики умные. Просто, если что. Бля, ну что он закидывает? Ты блин, же хочу шкал. Так, они сейчас в ахуе будут. Пойдем двойку. Низом выйдем. Право есть чел. Выхожу ему ебало бить. Нет, он выжил далеко. Ну какую кнопку у меня дефибрилляторы, господи! Еще не прокачанные, пиздец, медик. Ты как хотел. Помогаешь? Негатива, я водил. Ладно, что? Найс! Ну зачем? Это мои килы. Я веду на плюс 8, мать. Давай-ка собирайся, блядь. Я квадрат пойду. А, ну это двойка. Ну что, они не выйдут у нас, очкошники? Давай, ты же не мужчина. Опа, бомба у нас! У меня узкая есть. У меня двое зашли, я не ваншотнул. И еще котный. Убивай! Найс! Бля, я не знал, что еще есть. Они умные, прикинь. У них сейчас чувак, штурмовик, додумался забайтить на себя, блядь. Я, получается, начал стрелять в него. Потом медик выкатывается в тайминг в такой же. Опа, минус 2 меда, это очень хорошо. Я сломал ему ебало. Да, один снизу у меня. Не ваншот, кстати, давай. Распикивает, распикивает. Куда ты распикиваешь-то? Тут опытный воин, нереальная позиция занята, блин. Ну, мне уже в двойку он вышел, твой чел. Я пойду сейчас респу займу, чтобы они в респу просто... не упали. Минус бимба у меня. Он ее забрал. Блин, ну это нечестно. Да я просто, типа, другую позицию пошла контрольнуть. Один на первом этаже, другой тоже где-то там же тусуется. Ага, найс, первый этаж был. Бля, он пунту. Ё-моё, я аж испугался. Я мне его не ожидал пунту. Мне казалось, что он в спине у меня, поэтому только перебежал. Мать, ну мы очень жестко трахаем мужиков. Пойдем двойку пацан. Просто вот, они точно не ожидают. Мы их с рейками распикаем и отрезаемся там, если что. Давай, распикивай. Я буду тебя рейсить еще. Меня не придется рейсить, я вообще сейчас вантейк все раздам. Я одного уже убил. Я с этого вышел, с подвала. Реса, Реса, не убирай, не умирай. Хорош. Пойдем-ка через захриспу на один. Занимай квадрат, из двойки в притяжке лови. Не сдох. А один в арке, я его отзонил смоком. Ну я в смоку стою, пацанчик, блин. Меня можно так рейсить? Тише. Бэ. Ну он мне в прыжке попадет в голову, а это говно, конечно же, не шотнет. Вот сейчас мы на неожиданности просто забираем их нахуй. Бля, там чувак с двойки. Убил его. Давай на двойку пошли. Не понравилось, как мне прилетело в голову. Вот от Морона, блядь. Который не убивает, но зато он очень умно двигается. Я не попал в упор два шота. Я болван. Я болван, забей, я тут зафидил. Какой я урод, просто моральный. Бесконечно будем играть эту игру, давай, давай. Ну, у меня отрыв делается, делается, понимаешь? Ну, так-то у меня тоже шансы добавляются, то, что я сейчас фражиков туда-сюда наделаю. Ну, пока что-то очень плохо идет. Ваншот на него. Может, мы вообще в один свалим? Нет, нет, подстой, подсмоком, наверное. Да, если что, просто. Под контролем. Ладно. Надо в план сыграть, давай в план сыграем. Убила? Там еще штурм. Найс, nice. План надо сыграть, план срочно. У них медик пункту резнул. Убить! Убить и резать! Блять, а где авик был? С КВ, оказывается. Они не будут заходить, я думаю. Зашли, блять! Что ты делаешь? Давай, нынешку ебашь резко. 4 секунды. А, это 2. Unlucky! Ну слушай, мы тут старались. Ну, карта объективно не для того, чтобы вдвоем тут выигрывать. Че ты, мать, ты это? Че ты подкачиваешь? Да что? Я нормально шпилю. Да я вижу. Ну нет, для человека, который заходит раз в 1000 лет поиграть, то да. В принципе, никто не спорит. Но тем не менее, сколько лайкосов на next видос? Ну короче, еще 7-7-7-7-7-7-7. Ну а да, нет, давай. Мы с коробками же хотели вообще на этот раз что-то делать. Вот может быть мы на следующий раз с коробками что-то сделаем. Ну давай, да. Ну правда у меня уже кредитов нет, а были до этого вообще-то очень много. Ну вот этот вопрос мы там как-нибудь придумаем. Все, ребят, 7777 лайков собираем. Следующий видос с Лесси.
будем какой-нибудь там батл на коробках мутить. Спасибо тебе большущее, что пришла. Всегда рады. Бай-бай. Я тоже очень рада. Пока-пока.